Всем привет! Меня зовут Софа, и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я вам расскажу про одно знакомство с Давинчиком. Вот, мне было лет 13, и, в общем, добавился ко мне 12-летний пацан. Меня, конечно, малолетки не очень интересовали, но окей, я его добавила, мы начали общаться. Вот, и на следующие сутки он сказал, мол, давай встретимся возле Магнита. Ну, Магнит рядом со мной, вот, мы с ним в одном районе живем. Вот. Ну, я, короче, пришла, ищу 12-летнего пацана, ко мне подходит бородатый монобровный мужик и говорит, мол, это я, Влад. Я на него смотрю, я говорю, тебе точно 12? Он говорит, ну, типа, у меня папа, ну, как, адык, вот. Как бы такой, ну, знаешь, быстро расту. Вот, ну, я сказала, окей. И мы пошли с ним гулять. Гуляли по району, короче, сначала пошли в Большой Магнит семейный, там он купил бутылку воды, ее выпил. Там еще был такой, ну как, да, банкомат, наверное. Нет, не банкомат. Забыл, как это называется. Нет, банкомат. Ну, короче, нужно было сдать бутылку, и взамен будет такой, как бы, купончик, и вы можете пиво по скидке купить. Вот, он, по-моему, 2 или 3 купончика выиграл, пошел, короче, в Магнит, говорит, мол, где мое пиво? Они говорят, это не на бесплатное пиво, это на скидочное пиво. Вот, он, короче, бизнес, и мы потом пошли, гуляли с ним, также мы смотрели на людей, немножко ржали на ними, но никто об этом не знает. Вот, потом уже был вечер, я хотела пойти домой, он сказал, купи мне сигареты, я сказала, я не могу, типа... Ну, как бы в этом Магните меня все знают, я каждый божий день туда ходила раньше. Ну, как бы каждый божий день? В смысле, этот Магнит 100 лет стоит, вот, рядом с моим домом. Куда мне там сигареты покупать тебе? Он такой, ладно, давай ты мне дашь деньги, я куплю себе сигареты сам. Короче, я сказала, что у меня денег нет, у меня реально их не было. Вот, ну, в общем, он такой, окей, Готи, я провожу хотя бы до дома. Мы, короче, шли мимо дороги, он сказал, может, я тебе, типа, под машину кину, тебе машина такая... Забьет, короче, кишки полетят. Ну и я на него посмотрела, конечно, промолчала. Короче, сказала, все, типа, пока, мне надо идти домой. Вот, я пошла домой. Мы не виделись с ним потом полгода. Потом еще раз один раз случайно встретились в парке. Он, конечно, там был вообще жестко пьяный, лежал на бордюре. Вот. Я еще тогда купила какой-то плакат. Ну, какой-то там Боб Марли, по-моему. Вот, он мне забрал этот плакат и бегал по парку и посылал всех на 3 буквы. Ну, такой здесь себе. Вот, потом мы с ним не виделись. Ну и все, в принципе. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и не сидите в Давинчике.